Так, ну вот нам пришла сетка. Префорация. Сейчас мы ее будем нарезать. Алюминий легкий, сетка алюминиевая. Значит, с одной стороны коричневый цвет, с другой стороны серый. Значит, поставили сетку, поставили планку. Теперь смотрится снизу, это вот так вот. Так у нас вот так вот пока. Ну, пока вот такой этап на трубе. Потом будет делаться фартук тоже из мембраны, проклеивается к трубе. Потом покажем. Ну вот пока вот так вот. На данном этапе у нас вся кровля закрыта мембраной. Здесь брус, это брус 100 на 100, распиленный по диагонали. Получается треугольники. Тоже защитили его мембраны. Брус. Здесь потом скобами еще пробьется. Вот. Ставится сейчас на данный момент передняя часть желоба. Здесь уже готово. Вся лобовая, капельники поставлены. Вот. Так. Вчера работали допоздна, поэтому и все не успели сделать. Углы здесь все заклеить, трубы обклеены, сделаны фартуки. Еще надо подклеить все. Здесь вот
сделан выход воронки.